Всем привет! Это прививка грушей на яблоню. Делалось это весной 2021 года. Сегодня, в 2022 году, на ней есть плоды. Завязей было больше. Это то, что уцелело после града. Вот последствия от града. Вот листочек яблони. Вот груши. Сейчас я хочу снять этот плод и сравнить с плодами на родительском дереве. Имеется в виду дерево, с которого брались черенки для прививки. Не переключайтесь. Ссылка на это видео будет в описании или где-то вот здесь. Так, вот эти плоды с южной стороны. Наверное, они более спелые. Это, как я говорил, после града. Так, веточка срезалась примерно вот с этой области. Сорт талгарская красавица. Давайте еще вот это снимем. Итак, груша с яблони, но это с родительского дерева. Самое интересное, изменился ли вкус. Давайте вот так поставим. Так, с кого начнем? Груша на родительском дереве, она более спелая, хотя эта груша была, которая с южной стороны. То же самое, только это мне показалось даже чуть-чуть более слаще. На этом все. Всем здоровья. Всем пока. Теперь же без спешки распробовал. Фрукт с яблони однозначно слаще. Если вот так близко присмотреться.
и сочнее, и слаще. Теперь точно у меня все. Всем здоровья, всем пока и мирного неба над головой.